Всем привет! Опять мы с... я с Сашей направляемся в ЕКАТ на концерт 69 Айс. 69 глаз. Вот. Там Саша нам посмотрела так, потому что типа надо на английском сказать. Вот. Надеюсь, у нас будет первый ряд. Кстати, в Екатеринбурге на улице снег, тепло, пока нашли этот клуб, свободу. Ну, прикольно, кстати, место, сейчас вот идем в него. Был до этого очень сильный-сильный снегопад, сильный-сильный, немножко типа дождя даже. Очень мало народу стоит, мы думали, тут будет большая уже толпа, но нет, вот это свобода, мы первый раз здесь вообще ни разу не были. На следующий, через неделю будет Skin Cowboy, они тоже в свободе выступают, и мы надеемся, что они прилетят. А сейчас будет 69 Айс. Вот. Такие дела. Но мы уже познакомились тут вон с двумя человечками. Вот я надеюсь, у нас получится занять первый ряд. Будет круто. Там что-то маленькие штучки, я так взглянула, посмотрела. Такая есть надежда, еще не очень дорогая. А где твои шмотки все эти? Я сдала. И они будут тоже... Я могу случайно сказать. Ну вот еще, если на апрель есть надежда, я машите. Ну вот. Настя. Это как бы у нас блогер. Ну ладно. Погода очень мерзкая, поэтому я выгляжу вот так. Эмоции после 69 Айс. Это было офигенно. Была опять крутая компания, состоящая из Саш. Мы познакомились там, когда пришли клуб. Но это вы уже видели, поняли. Вот.
сами, ну, группа разогрева был Michael Knight. Это популярная группа в Питере и Москве, об этом как бы все знают. В Екате они были первый раз. Очень достойный разогрев. Вот, хорошо поет вокалист. Ну и музыка такая подобрана, отличный в плане готики, как вот, ну, Хим, там, Расмус. Вот это вот все ту степь. Как 69 Eyes. Сами 69 Eyes. Вот, я немного не ожидала. Ну, просто, когда видишь молодыми, а потом они такие уже в возрасте, такой легкий шок испытываешь. Но, тем не менее, ребята очень круто отыграли. Вокалист Юрки офигенно поет. Все там старые хиты они тоже сыграли, это было круто, поорать их. Вот. Барабанщик у них, конечно, офигенный, гитары все офигенные. Это супер. То есть они много-много раз уже приезжали в Екатеринбург, а мы как-то все не ходили. В этот раз решили пойти. И очень круто то, что у нас эта сцена, получается, была очень-очень близко. То есть вот вокалист перед тобой сидит, смотрит. Было очень круто. Барабанщик в конце песни там, концерта, вернее, он уже полазил по... Короче, он там как бы типа стена, где можно полазить. Он заспился, там немножко полазил, вернулся, с микрофонами скакал, с неработающим. К нам Саша подходил, типа, попейте Lost Boys, но там микрофон не работал, и как будто ты стоишь немножко в шоке, когда к тебе так подходит. А еще он был босиком. Это было удивительно, и мы заметили это только в конце. Почему босиком, вообще непонятно. Он и так у них по углу ходит, ты еще босиком. Вот. Потом еще был, кстати, диджей-сет, но, естественно, как всегда работал, мы не могли. Диджей-сет — это Юрки играл. Ни в каких городах не было, кроме Икат, это очень удивительно, почему они решили так сделать. Вот, и еще плюсом. У нас сет-лист Майкла Найта. Палочка Майкла Найта, группа разогрева. Саша прям барабанщик отдал. Вот, ну я сет-лист схватила. Вот, потом у нас две палочки 69 Eyes. Там, получается, техник попросил кто-то палочку драбить. Вот, и он, получается, там раздавали. Ну, барабанщик, понятно, он выкинул все палки свои, и опять, как всегда, все далеко все кидает. Вот, он выкинул свои палки, и, короче, а там будет техник еще. Кто-то попросил, что ли, я вот этот момент как-то пропустил, вроде кто-то попросил, и техник прямо на палок 10 там было. Он такой, хоп, нам кидает нашу сторону, естественно, мы взяли там у кого-то по 2, по 3. Ну, потом там, естественно, поделились, потому что все-таки тоже надо делиться с этим. И медиатор. Там, короче, парень один попросил, да, медиатор был техник, он такой, о, типа, да. И я попросила, типа, дайте мне один медиатор. И все, у меня есть медиатор от 69 Eyes. И также у нас этот лист, правда, он немножко весь потрёпанный, подушенным наступали, там оторвали и не так. Но, в общем, было круто. А еще меня узнала одна девушка, Настя ее зовут. Привет, если ты смотришь, ну, я думаю, ты смотришь. Вот, и вы, кстати, видели во влоге. Вот, я очень была удивлена, для меня это было необычно и непонятно немножко, типа, вот мои там труды оправдались. У меня уже рука устала. Вот, и то, что это кто-то узнал, это очень-очень-очень приятно и очень-очень круто. И дальше стимулирует реально делать, реально снимать, там еще что-то придумывать. Вот. Большой привет. Если там вдруг кто-то еще узнает, ну, это будет круто. Я как бы с радостью с людьми общаюсь и не кусаюсь, если что. Вот, вы также пишите комментарии, лайки оставляйте, подписки. Это приятно, это... Ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Так что все было очень-очень круто, очень-очень здорово. А вот сейчас все остальные концерты дальше уже под вопросом, потому что неизвестно... Все из-за этого коронавируса, неизвестно, что и как и будет дальше. Будут вообще концерты, куда они будут переноситься, будет ли время на это. Поэтому мы очень надеемся, на Eskim Cowboy хотя бы еще сходить. Потому что один концерт уже точно мы не попадем. Потому что вот так перенесли, и что вариантов нет. Ну это я, может быть, потом скажу, какой концерт. Если все-таки удастся, то будет хорошо. Если нет, то все нет.
Так что вот так. Поэтому всем нам сил, чтобы быстрее это все закончилось, чтобы и музыканты не страдали, и опять же, зрители, поклонники не страдали. Потому что это очень все печально, знаете, когда ты планируешь, ну, даже не планируешь, а просто хочешь увидеть, послушать музыку, и у тебя все так, такой, типа, ну, отстой. Вот, поэтому, чтобы быстрее все прошло, быстрее вот эта эпидемия, непонятно откуда истерия вся прошла, потому что вообще такое ощущение, что у нас мир сошел с ума. Люди все скупают. Немножко отступление. Все скупают, все как дикие, как будто... Алло, остановитесь, вы что с вами происходит? Вот, поэтому... Вот так. Пока вот такие новости. Всем спасибо за подписки, за лайки, комментарии. Я это правда ценю, это правда реально круто, и это очень-очень-очень здорово. Так что всем спасибо. У нас тут опять снег в марте, 16 числа. Так что всем спасибо за все. И это очень-очень круто. Я вас ценю, вы точно понимаете. Я думаю, вы догадываетесь. Всем спасибо.